Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И выбираем мы Джокера. Маленького такого танка. Который у нас маленький, но зато удаленький. Он бесстрашный. Бесстрашный танк, который поехал на Луну. И на Луне он хочет, ребята, сразиться с большими вот такими танками. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что творит, а, гад. На, есть. Уничтожили мы танк. Едем дальше. На Джокере. Сейчас посмотрим, куда доедем. О, сколько, смотри, танков. Ё-моё, просто меня в клочья расфигачили. Офигеть. Вы видели только что эту анимацию? Это было что-то с чем-то. Ох, и меня уничтожили. Да. Джокер, дружище. Тебе очень сложно здесь. Давайте выберем какой-нибудь другой танк. Потому что Джокеру что-то вообще как-то нехорошо. А выберем мы, ребята, давайте Титан. Титанчик. Титан — это мощный танк. Вообще. Один из самых крутых танков в этой игре. Hills of Steel. У него очень... С первого удара он уничтожает этих танков. Смело, причем, спокойно. Давайте заберем монетки. Так, едем дальше. О, тихо. На. Видишь, с одного удара мы танк уничтожили. О, вот это, смотри, какой хитрый, а. Такой хитрый, а. Хитрюша. Так, едем. Продвигаемся. Охо-хо-хо-хо. Что у нас там? Есть. Так, у нас вообще 1300 монет, ребята. А чтобы открыть новую локацию, стоит она 3000, кажется. Если не 5. Не, 5 не может быть. Она дешевле стоит. Ну, кстати, я зайду посмотрю сейчас. В джунглях. Даже если и 5. Ну, 5 это вообще очень мощно. Очень мощно. Ну и джунгли, они достаточно-таки сложные. То, что там очень много всяких вертолетчиков. Как... О, уничтожили. Прикинь, у это летела вертушечка. Так, Нут. Едет. Едет наш друг. Так, раз, удар. Два. С двух ударов. Прикинь, я уничтожил его. С двух ударов. Вот это у меня титан мощный, оказывается. Я и не знал, что можно босса убить с двух ударов, с двух выстрелов. А титан у меня, оказывается, мощный. Так, видишь, вот этих вот инопланетян я. С одного удара. Да понятно. Если я босса с двух ударов, то обычных танки должны с одного удара уничтожаться. Так, вот этот маленький. Тихо. Ну просто проскочила. Проскочил пулька. Ай, смотри, сколько вас там. О, двое. Двое против одного. Подожди, сейчас я отъеду и пощелкаю. Есть. Раз, два, три. Все, уничтожили. Четвертый еще? Да куда? Сколько вас тут? Бесконечное множество, что ли, будет, а? О, еще едут. Ё-моё. На, получай. Так, я... Ладно. Иди сюда. Так, мимо. Плохо как-то так, что реализовано, что стреляешь и мимо. Не попадаешь в них. Возле ушей просвистела пуля. Ты остался жив. Но здесь-то не пуля, а здесь снаряд. Он вообще должен выбивать конкретно. О, малыш, на, отдыхай. Следующий. Где у нас? Я хочу босса Лазера. С Лазером босса найти. А мне все обычных земных боссов предоставляют. Разве это нормально? Разве это справедливо? Сейчас будет еще раз второй босс. Надо будет защиту сейчас использовать. Чтобы... Так, давайте подлечимся. Чтобы она не пропала. Защита-то наша. Ой, как хорошо я стою. Сейчас я этих всех уничтожу. Кто там еще один остался, да? Нифига нет никого. Никого нету. Едет.
Мимо. На, получается. Да, и сейчас будет босс. Армада. Босс. В шапочке такой. Так, как бы мне... О, сейчас я попаду в тебя. Раз. И два. Два удара. И босс отдыхает. Давайте заберем ремкомплект. О, практически полностью восстановился. Ох-ох-ох-ох-ох, на. Тихо-тихо-тихо, это нехорошо. Нехорошо. Да ё-моё, сколько вас тут, а? Давай сейчас щелкаем. Так, на, секунду. Так, вот он едет, едет, едет. На, получай. Хорошо. Так, ладненько, значит, что мы делаем сейчас, ребятушки? А нам нужно идти и уничтожать вот этих монстриков. А, монстриков? Каких еще монстриков? Это танки. Нам нужно уничтожать танков вот этих. Раз, два... Ой, как хорошо, смотри, сколько их много. На. Двоих сразу с одним выстрелом, представляешь? Или это мне показалось, что я двоих уничтожил? А вот сейчас уничтожил. А, нет, еще один. Да сколько у вас тут? 1000 танков, что ли? Ладно, сейчас мы подъедем. Так, 1500 монет. Будем копить нам на новую карту. Благо, что накопить можно легко. В том плане, что здесь много дают нам денег, ребята. Здесь очень хорошая вот эта карта. Тихо, 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 на. Получай. А ты что такой активный, а? О, мимо, смотри, прикинь. Как так разработчики сделали, что можно мимо стрелять? Вот этого сейчас. Опа! С одного удара. Ах, там уже никого нету. Можно ехать. Можно ехать, двигаться, смотреть. Ой, монет сколько, смотри, никто не охраняет. Так, все, монетки забрали. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Отъезжаем. Отъезжаем, ребята. Есть, одного подбили. Второго. Третьего. Четвертого. На, давай. Опа, еще. Да сколько же вас много-то, а? Так, надо немножко отъехать назад. Так, там еще один какой-то был. Чувак. Мне кажется. А, нет, нет никого. Никого нет. О, есть. Смотрите, а у нас на заднем плане карта, видишь, как она продолжается. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, вроде бы здесь и безопасности. Как мне казалось. Нифига. Нифига, они в безопасности. Сейчас мы вот этого щелкнем. А давайте используем ремкомплект. Вот так вот. Подлечимся. Кто там еще? Есть? А, нет, никого нету. Едем дальше. А здесь показывается, что на планете Земля ядерный взрыв произошел. И все переместились на Луну. А-а-а, почему-то я об этом не думал. Смотри, как интересно сделано. Так, они мимо меня стреляют. Хорошо, что в меня они не попадают. Так, а почему ты, гад такой хитрый, а, стоишь здесь? Скоро у нас, ребятушки, будет босс. Так, давайте заберем монетки. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, ребятушки. Тихо-тихо, кто там еще есть в танке? Да, еще много танков, смотри, едет, офигеть. На, есть. Одного танка мы. Так, и этого сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига. Пожулькал меня. Так, там остался один танк, ребята, и будет босс. О, вот этот мне не страшный, я его с одного удара уничтожил. А вот босс едет, 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 лазерная пасть. Офигеть. Вот это босс. Да, вот это босс, ребята. Лазерная пасть. А какой он сильный, смотри. Офигеть. Да. Далеко он не уехал. Даже не выстрелил меня. Ни один раз меня не попал. И даже не стрельнул. Мы его уничтожили. Очень достаточно быстро. Так, давай я сразу, знаешь, что сделаю? Ой, не успею.
Ладно, давай мы этих уничтожим, гадов. Ох-хо-хо-хо-хо-хо, какой ты активный, а? Так, давайте, ладно. Подлечимся сразу здесь. На этом месте. Иначе они мне не дадут подлечиться. Сколько много танков. Ух ты! Сразу два танка я подбил. Представляешь, одним выстрелом. Вот это мне нравится уже. Вот это уже хорошо. Так, забираем монетки. Кто там, где там? Во, сейчас будут танки. Вот они. Раз, два. Нифига. Очень много, ребята, танков. Надо отъезжать, отъезжать, отъезжать. Не-не-не-не. О, еще и гранатка летит. Да, жесть. Так, раз, один удар. Второй удар. О, убили. Да. Ах, ранили меня, убили. Так, сколько я вообще монет тут заработал? Давай посмотрим. 566 монет, ребята, за серию. А, это хорошо. Это хорошо. Ну что ж, ну а мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До новых встреч.